Абсолютно. Вот это вот знание. Если говорить в оккультизме, то это вот знание. Потому что триединое начало для всех одинаково. Знание, знающий и, знаем, и знаемое. Знание – это йод, ну, то есть основной субъект, знание. Субъект – это знание. Дальше идет знаемое, объект хе, ну, женское начало. Да. И вау, вот этот вот я есть, он знающий. Знающий – это вау, Адам Кадман. Да. Не логос, не монада, а Адам Кадман. Вау, третий. Андрогин. Вот андрогин, это так называемый сын, он есть знающий, появляется знающий, это свидетель. Вот нет свидетеля, значит, нет свидетельствуемого, и значит, нет нечего знать. Поэтому знающие и знаемое, это появляются одновременно, они не бывают друг без друга. И на этом факте основана практика Атмавичара. Когда исчезает все знаемое, все образы, все ориентиры, то знающий тоже исчезает. Логос переходит из Тиферета, из Адама Кадмана, он переходит в высшее триединство и становится тождественным своему отсутствию. Да, но ваше состояние не это. Ваше состояние седьмой аркан. Ваше, как бы сказать, в котором состояние, в котором вы возвращаетесь после всего поиска, конец поиска, скажем так, конец поиска, и значит, результат, который вы нашли свою природу, видите все в истинном цвете, это седьмой аркан. Вы начинаете с седьмого аркана, как бы, ну, на самом деле не с седьмого, а с десятого, но мы вот эти вот пропускаем, вот эти вот предыдущие, и как бы начинаем с седьмого аркана, где вы как бы вот обозначается, что личность, да? И, значит, сюда же и возвращаетесь. Но вообще это человек Земли, тот, какой вот вы сейчас есть, вы в это же состояние и возвращаетесь. Но вы его видите уже другими, вы, как сказать, в истинном свете. В истинном свете, да. Да. Ну, вот я вам объясню, что это значит. Допустим, ребенок смотрит на радугу и видит мост. Ну, похоже же на мост, ну, да? Похоже. Да. Мост. А вы видите в истинном свете. Вы видите, что это просто, ну, через призму атмосферную, что вот так вот разложение цвета. Вот, то есть вы видите в истинном цвете. Или, допустим, там идете это самое по темному лесу, и коряга какая-то выглядит, ну, каким-то чудовищем. Даже это страшно немножко. Ее пошевелило, боже мой, какой-то человек там стоит, прячется. Подходите, коряга, все, вы видите в истинном цвете. Вот это что, или там, допустим, открываете дверь и смотрите в углу змея, а включаете свет, там берет. Вот это вот что такое истинный свет. И, там, понимаете, там не было никогда змеи. И в теле никогда не было никакого я. Никакого меня в теле нет. И ни в одном теле никого нет. Это тело находится в ком-то. Это мир находится внутри вас. Это, но когда мы говорим о вас, мы имеем в виду ноль. Ну, ничто. Да, то есть нигде, никогда ничего не было. Нет, вот этот весь этот космос, вся эта вселенная, это все находится внутри сингулярности. Внутри ничто. Вот эта вот уникальная бинда, это имеется в виду вот это ничто. То есть вот это ничего этого нет в реальности, это есть только в опыте. Маленькая-маленькая точечка, которая рождается, бесконечное множество
вот этих иллюзорных миров. И вот эта маленькая точечка, ноль, это точка, как бы сказать, метафизическая, несуществующая, не геометрическая, не математическая, это не какая-то, просто условное начало. Ноль. Вот это реальность. Она не может быть другой. Она тождественна своему отсутствию и не может быть другой. Потому что если подумать и представить себе, там вот эта бесконечность, материальная бесконечность, ну это какой-то абсурд, это глупость. Материальная бесконечность – это глупость. Она может быть только духом, так вот сознанием вот этим вот. Она может быть феноменами сознания. И тогда она может умещаться в ничто. Тогда она в ничто. И вот это, как бы сказать, ну, логично. Ну, это имеет основу какую-то. А вот материальная бесконечность – это глупость полная. Причем, там, допустим, они посчитали конец Вселенной примерный, а дальше они предполагают еще такую жизнь. Ну, в общем, какая-то ерунда. Да, впрочем, с другой стороны, в сознании, вот в этой точке, вот ничто нулевой этой точки, там может уместиться бесконечное количество вселенных. Ну, они же из ничего. Да. Сколько может поместиться ничего в ничто? Да бесконечно. Бесконечно. Так что тут с этим проблем как раз нет. Ну вот материальная бесконечность, это, конечно же, абсурд. Да.